Телеканал «Видное ТВ» продолжает свою работу в прямом эфире, и сейчас мы обсудим много актуальных тем. И гость нашей студии сегодня – глава городского поселения «Видное» Моисей Исакович Шамаилов. Здравствуйте. Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер, уважаемые жители города «Видное», городского поселения «Видное». И, соответственно, если есть гости, которые смотрят нас, буду очень рад. Добрый вечер. Да, всегда рад вас видеть в студии, потому что вы всегда подробно все рассказываете. И тем у нас сегодня много. И начнем, наверное, с основной, которая в весенний период волнует больше всего. Это благоустройство. Приближается летний сезон, и накануне обычно начинается ремонт, реконструкции и прочие интересные истории. Расскажите, что сейчас делают в городе и планируется сделать? Ну, во-первых, депутаты городского поселения «Видное» приняли бюджет на 2018 год. Он у нас есть, и в соответствии с этим бюджетом уже определенные работы ведутся, в том числе конкурсные процедуры по благоустройству. Вы знаете, что несколько лет есть программа, уже работает по благоустройству, комплексному благоустройству дворовых территорий. И за несколько лет многие жители знают, как преображаются их дворы. На 2018 год запланировано всего 13 дворов. На 5 дворов, это 4 новые территории и одна с прошлого года, это Лемешко, улица 5, средств в бюджете предусмотрены. Всего 61 миллион. Ну, там я не буду точные цифры называть, 61 с хвостиком миллион рублей. Что касается дополнительных, те, которые прошли определенную процедуру, вы знаете, в этом году, помимо плановых территорий, которые были уже с жильцами согласованы, были еще голосования на портале «Добродел». Но у нас в основном интересы совпали, за исключением там некоторых территории. Тем не менее, эта программа нас вполне устраивает, потому что мы благодаря этому сегодняшнему новшеству можем получить средства из областного бюджета. Несколько цифр, конечно, могу назвать. Значит, в поправку в бюджет мы сегодня включили 76 миллионов рублей, которые в соответствии с той методикой и программой, что рассчитывается по благоустройству дворовых территорий, предусматривает озеленение, освещение, парковки, детские спортивные площадки, информационные стенды, установка, контейнерные площадки. И в этом году две позиции новые. Это урны и скамейки с лавками. Ну, там по-разному это все согласовывается. Эта часть средств на это уйдет, и вторая часть уходит на ремонт проездов, то есть асфальтирование. И вот здесь мы должны понимать, что есть софинансирование, это очень важно. Софинансирование это делится как федеральные, так и региональные средства, и 14 миллионов, извините, на дороге тоже не валяется. Поэтому вот у нас благоустройство, это вот как, чтобы было понятно, это адреса, я их могу назвать, и бюджетные средства, которые распределяются на основной бюджет и бюджет, который принимается в поправках. Вот сегодня идет активная работа с депутатами городского поселения. Я надеюсь, что мы примем поправки, и эти дворовые территории начнут преображаться. Здесь я знаю, что все жители, в принципе, знают тех дворов, где это будет делаться. Это есть и на официальном сайте администрации района. Но вот по первому основному бюджету, это проспект Ленинского комсомола, дом 9, корпус 1, корпус 2, дом 13. Это один двор. Микрорайон Солнечный мы прорабатывали очень детально. Там дважды меняли пожелания, потому что первоначальный проект, который сами же жильцы выбрали вместе с депутатом, ну, в этом году пришлось вносить коррективы, но я не возражаю лично, главное, чтобы это было интересов жителей. Жуковский проезд 4, проспект Комсомола, дом 11, корпус 1, 2, это еще одна территория.
Проспект Комсомола 34, 36, 38, 40, мы это знаем, это, ну, так называемые старые дворы. И здесь тоже предусмотрено комплексное благоустройство. Ну и завершить надо Лемешко. Вот эти пять. И следующие, которые мы надеемся примем поправки и начнется работа, это школьные, это 9 территорий, это немало. Школьные 82, 84, корпус 1, корпус 2, я лично там встречался с жителями, общались мы. До этого школьные 56, 58, еще одна территория. Радиальные улицы, это уже старая часть города. Первый радиальный дом 2 и вторая радиальная 1, 3, 5, мы там... тоже встречались, в том числе в предвыборные кампании были, так сказать, встречи с населением. Заводская, дом 3, 5, первый радиальный, дом 1, 3. И вот территория, которая, вот я считаю, что слава богу, что сегодня мы можем уже дойти туда, это Ольгинская, дом 46, А, 46, 3, 46, 2, Ольгинская, 46, 1, 46, 4, 5, это уже каждый, то, что я называю, это отдельные, как бы, комплекс. Советская 28, Спасский проезд, дома 5, 6, 7, Ольгинская 1. Вот огромный спектр на самом деле. Действительно огромный. Я думаю, сейчас наши телезрители очень обрадовались. Многие, кто, может быть, не знает все-таки о том, что будет благоустройство. Исходя из тех адресов, которые вы назвали, можно сделать вывод, что это не благоустройство в одном каком-то дворе. Это действительно территория. Это комплекс. Это комплекс, ну, да. И хочется спросить тогда, есть ли какая-то единая концепция, я имею в виду единый стиль, например, все скамеечки там одного вида какого-то. Но, безусловно, есть варианты. С жильцами согласовываются, есть... Вы знаете, есть площадки там до 5 лет, до 8 лет, ну разные. Все это согласовывается. Почему я говорю по микрорайону Солнечный, выбираю уже одну концепцию, уже выбрали ее, все вроде обсудили, но потом вот месяца два назад вернулись к тому, чтобы еще раз пересмотреть, допустим, одни малые формы, но другие, ну там много, сейчас не буду перечислять. Мы стараемся все отрабатывать с жильцами, со старшими. С чем это связано? Дети выросли, и уже вот вы знаете, надо, да? Даже не в этом то, что дети выросли, там совсем другое. Вот понимаете, жизнь не стоит на месте. Появляются новые проекты, новые элементы. Люди сегодня могут спокойно в интернете найти что-то новенькое или где-то увидеть в другом городе, и тоже мы хотим вот такое. Ну, это... То есть они вправе предложить? Да, ну а как? Ну, мы же стараемся, чтобы... комфортная среда была комфортная не на словах, ну, как, а на деле. Пришли, да. Сделали, никого не спросили. Ну да, раньше, я знаю, тоже жил и в пятиэтажках, и везде, я знаю. Но вы знаете, я очень рад, что сегодня есть возможность выбора, возможность изменения ситуации, что сегодня можно, помимо того, чтобы брать стандартные комплексы, дополнять их чем-то нестандартным, что сегодня жители участвуют, и никто... не отбрасывает их мнение, да, и главное, что мы опираемся, конечно, на старших, это очень важно. И очень важно, что наши депутаты в этой работе принимают участие, я надеюсь, что вот вся эта цепочка, она должна принести результат, и результат хороший. Во всяком случае, я так надеюсь. Ну да, да, стоит надеяться. Я напомню нашим телезрителям, что вы можете задавать свои вопросы по телефонам, которые вы видите на своих экранах. И одна наша зрительница уже это сделала. Антонова Тамара Владимировна, Ольгинская, 49 и 49А тоже, видимо, присоединяется. Почему в очередной раз отклонено благоустройство нашего двора, она спрашивает? Но не отклонено. Я хочу сказать, что все адреса, которые предварительно были... какие-то заявки, никто их не отклоняет, просто распределяется по годам и по средствам. Вообще надо жить по средствам. Хотелось бы сразу за один год весь город преобразить, но это не получится, таких средств нет. Во-вторых, голосование шло еще по порталу Добродел. Я встречался с жителями, я, в общем-то, согласен, что есть современные молодежные такие, надо сказать, уже комплексы дома, где живет молодежь, и которые пользуются современными электронными сетями, там интернет и так далее, Добродел может. А есть вот старые дома, люди пожилые, давно живут, молодежь, может быть, там не так много или разъехались от родителей.
и как им помочь проголосовать на портале. Вот понимаете? И, конечно, я считаю, что должны работать две линии. Безусловно, в ручном режиме, ну и, конечно, в электронном. Ну, вот, да. Сейчас без этого никуда. Сейчас без этого никуда. И считается, что ручной режим мы можем подать в министерство областные данные, может быть, не всегда верные, и никто... Нас тоже проверяют, понимаете, и не доверяют, и проверяют. А прямое голосование жителей, они считают, что вот это прямое. То есть это надо учитывать. Но много в этой связи замечаний, и в том числе я считаю, что должны работать две линии. И это правильно. Да, переходим к нашей следующей теме, и ее предваряет как раз-таки снова вопрос телезрительницы Татьяны Селиной, Гаевского, дом 16. Когда нам отремонтируют подъезд? И, соответственно, тема, да, это ремонт подъездов. Да, вот тема ремонт подъездов. Я не просто взял какие-то материалы, хотя я их почти все наизусть знаю. Входит в список этот дом. Вы знаете, здесь около 300 подъездов. Подготовлены, просчитаны. Но как просчитаны? Есть методика. По каждому подъезду отдельной сметы, безусловно, нет. Но есть практика, которая уже несколько лет идет. Мы знаем, что в прошлом году 400 подъездов, ну там сейчас цифры я все не назову, но тем не менее отремонтированы. Мы знаем, что есть претензии к качеству, но есть и хороший уровень ремонта, и мы гордимся теми бригадами, которые, в общем-то, показали свою состоятельность. С теми, которые где-то что-то недоработали, ведется претензионная работа, все это будет переделываться, перекрашиваться или где-то что-то меняться, но ведь методика сегодня предусматривает уже перечень, что входит в этот ремонт, и ориентировочная стоимость в зависимости от этажности дома. Но для телезрителей назову, что от 2 до 5 этажей средняя стоимость ремонта подъезда 220 тысяч установлено. 6-9 этажей 505 тысяч рублей. И 10-12 этажей и выше 580. То есть в списке разные дома, разные этажности. Буквально согласно этой методике мы все просчитали совместно со специалистами. Есть управление жилищно-коммунального хозяйства в администрации района, есть управляющая компания. И здесь ведь важно, чтобы еще все дома входили в ассоциацию, да, многоквартирных домов и фонд капитального ремонта. Я, если жители интересуют, чуть попозже могут обратиться в администрацию, я назову, если это улица, ну, но да, вообще дом 16, да. Чтобы не называть сейчас время, да, да. Все это, да. Куда можно, да, собственно, обратиться, вот, допустим, сейчас нас смотрят и не знают. Но я назвал управление, да. Это, безусловно, в администрации района. Есть управляющая компания вместе с директором и двумя его заместителями, они все знают. Но и мы, как только совет депутатов, который назначен, вот во всяком случае мы так договаривались, чтобы 26 апреля уже не затягивать, это очень важно, именно не затягивать принятие поправок в бюджет, там все эти цифры присутствуют, эти подъезды. В случае принятия этого решения мы надеемся, что все-таки поправки в бюджет принятся, и все эти подъезды пойдут в работу. Стоит отметить, что ведь жители тоже здесь могут повлиять на что-то, там, выбрать какую-то краску, например, еще что-то. То есть... Абсолютно здесь методика предусмотрена. В прошлом году я, сейчас вам скажу, раз уже открыл, в прошлом году я даже по одному дому лично работал. Гаевского 16, да, есть. Да, вот, значит, Татьяна Селина будет довольна. Да. По Советской улице, дом 32, жительница одна очень активно участвовала, старший по дому участвовал, и краску, и плитку, и пытались один раз даже поменять, потому что очень боялись скользкой. Потом сама жительница позвонила и сказала, вы знаете, оказалось... Мне все понравилось. Я говорю, вы же хотели поменять. Не, не надо менять. Это я думала, что это будет очень скользко. Это все нормально. Хотя я понимаю, что на самом деле
не такие уж большие средства на подъезд даются, чтобы брать высококачественные материалы. Мы же понимаем, к сожалению, мы работаем по бюджетной схеме. Мы не можем итальянскую плитку взять, но это понятно, мы же понимаем, да. Хотя у нас все производства, которые сегодня в стране, они так или иначе связаны с тем комплексом, который вот закупается за границу. То есть оборудование-то, в общем-то, импортное, работают они на заграничном оборудовании, на итальянском или других испанских линиях, и выпускают сегодня очень качественную современную плитку. Вот. А вот то, что подбирать, это надо, да, конечно, я согласен. Но есть еще одно «но», уважаемые жители, обращаюсь к вам. Будьте активны, будьте общественно активны, участвуйте в выборе старших по подъездам, старших по домам. Нам очень важно, чтобы был представитель дома, потому что сегодня такие правила, что все протоколы, все обращения, все согласования, все это должен кто-то быть представитель дома. Но когда в каждом доме, ну не в каждом, есть дома такие, к сожалению, их сегодня немало, когда жители отказываются возглавлять вот как бы какой-то общественный совет. Старший по дому. Старший, там, да. Них... Ну, вот, кстати, в новостройках в основном очень много. Ну да, там активно, я же, да, там в новостройках очень много молодежи, они понимают, что без этого никуда, что должны быть советы, советы должны управлять. Мы вот постоянно уговариваем жителей, мы не перекладываем на них свою работу, но мы хотим, чтобы они участвовали. Да, диалог. А главное, когда ты участвуешь в процессе, ты потом бережно относишься к тому, что выстрадал и сделал, конечно. Вопросы продолжаются. Наталья Анатольевна Губина, строительная 25. Когда сделают дополнительный выезд из микрорайона Красный Камень в Москву? Ну, это, видимо, выезд. Ну, да, вы знаете, я, по-моему, и на отчете, везде, где только мог, не только я, и глава района Олег Владимирович Хромов выступал. Я подробно рассказывал, но сейчас, стараюсь экономить время, скажу, что все идет по тому плану, о котором я уже когда-то говорил. 15 января вся документация передана в Мособлгосэкспертизу. Средства, которые нужны для строительства дорог, собраны, об этом все знают. Буквально мы ожидаем к концу апреля, вот ждем со дня на день, надеемся, до 1 мая Мособлгосэкспертиза выдаст заключение по проекту. Следующим этапом, уже имея все документы на руках и, соответственно, средства на счета, на специальном счете фонд, вот, который собран, документы пойдут в Министерство строительного комплекса Московской области, чтобы получить разрешение на начало строительных работ. Без разрешения, без, это, сегодня это процедура. Могли бы сделать параллельно? Невозможно, потому что надо сдать документы, которые прошли экспертизу, чтобы получить разрешение на строительство. Ну, само собой, если опускаете, да, процедурные моменты. Процедурные моменты, мы надеемся, что, может начаться строительство, что при поддержке правительства, которое нас в этом плане поддерживает по строительству, мы получим разрешение в кратчайшие сроки. И к концу мая, может быть, ну, как вот, очень хочется, чтобы мы уже май-июнь работы начались. Конкурсных процедур по выбору подрядной организации не предусматривается, потому что данные средства являются частной собственностью инвесторов, которые собрали все инвесторы, все застройщики. Главное соблюдать принцип первый – госэкспертиза, разрешение на строительство, ну и все, что положено. И дальше у них уже есть компания, которая берется строить, они уже выбрали ее для себя, но должна быть соблюдена процедура вот начала строительства. Это хорошая новость. Раз уж мы заговорили о дорогах, то стоит, конечно же, еще упомянуть два очень таких сложных места дорожных у нас в городе. Это развязки, круговые развязки на пересечении ПЛК и Советской и Школьной. Как там обстоят дела? Ну вот смотрите, у нас в основном бюджете, который принят, средства заложены на ремонт автомобильных дорог. И здесь есть участки многострадальные. Ну, я 35 лет работаю, знаю, когда по промзоне еще существовал опытный завод ГИАП. И они нам помогали с парком культуры, детскими аттракционами.
И это свыше 25 лет назад, я помню, как эти дороги, как туда добирался. Буквально перед выборами я встречался, когда с коллективами, обратил внимание, и они меня просили все-таки найти средства и сделать дороги в промзоне. Это от Каширского шоссе в северную промзону. Ну, вот, знаете, Мегакола, да, там, да, и так далее. Там много предприятий. И очень много наших жителей там работают. И многие добираются на транспорте предприятия. И есть, которые на своем личном транспорте. Но дорог там нет. И вот у нас в этом году предусмотрено строительство дороги там. То есть с нуля? Нет, там есть, ну, там, какая-то, это идет, да, как ремонт, потому что с нуля это очень сложно. И поэтому это ремонт автомобильных дорог. Кроме этого, предусмотрено, я знаю, что многие, кто интересуется, знают эту программу. Белокаменное шоссе от автобусного парка до деревни Таблово. Школьные от площади до 72-го дома в Никоп. Садовая улица давно тоже ждет очереди. Первая набережная, Павловская, это Старых Большевиков, Победа. Это улицы, которые вообще давно, как говорится, ждут своей очереди. Есть новые, это в 6-м микрорайоне Березовая, это Советская, я, ну, она не новая, но как бы, так сказать, ну, да. Вот, Советская улица полностью. Гаевского люди ждут от бани до налоговой инспекции. Гаевского, это в районе 4-й школы и МУП-ПТО ГХ, ну, тут все знают это место, там тоже надо навести порядок. Перечень серьезный, средства выделены, и мы это обязательно в этом году сделаем. Что касается, да, вопроса вот, по круговым. Про круговым движением, это сегодня не предусмотрено как строительство или ремонт. Предусмотрено с работы по проектированию. Мы хотим в этом году сделать два проекта. Это в районе пожарки, вот это ПЛК Советская, Березовая, проект, чтобы там был удобный правый поворот, расширение. Не буду перечислять, там специалисты проработали концепцию, и вот мы хотим запустить техзадание на проектирование. И второе, это уже Советская улица, только со стороны примыкания со Школьной. Да. И это в сторону Внеекопа и ниже, и так далее. Мне задают вопрос, ну зачем мы ремонтируем сейчас дорогу, если мы планируем что-то сделать? Друзья мои, проект – это первый этап. Второй этап – это реализация проекта. А здесь уже не так просто. Мы должны понимать, что, какие части дороги увеличиваются, какие освещения, что переносится, что там должно быть. Поэтому проект – это нам позволит понять, что мы должны сделать, чтобы изменить ситуацию, сколько это стоит, где искать эти средства, просить эти средства в Московской области, в правительстве. А для того, чтобы попроситься финансирование, у тебя должен быть полный комплект документов, все экспертизы, понимаете? Да. Да. И, поэтому, наверное, мы думаем, что до того времени, когда мы перейдем к ремонту, вернее, вот, к реализации проекта, к реализации, люди должны ездить, дороги должны быть, и поэтому ремонт дороги надо сделать. Что касается все-таки проектирования, вы сказали, что эти деньги заложены в бюджет или они заложены в поправке к бюджету? Нет, все средства заложены. Заложены. Да. Все-таки, да, переходим к такой наболевшей, наверное, все-таки теме. Бюджет принимали со скрипом перед Новым годом. Ну да. Да, вот. А сейчас должны принять поправки. Вы знаете, я не хочу никого не обижать и склонен думать, что это просто сегодня, в общем-то, понять депутатов можно. Депутаты шли на выборы и давали обещания. И каждый хочет, чтобы именно сразу в 2018 году были какие-то средства предусмотрены на те обещания, что они давали, на те территории, где они являются депутатами. Но я всем объясняю, что давайте, в общем-то, понимать следующее, что есть программа, есть перечень. Он был принят до выборов, до того, как я стал главой, как вы стали депутатами. И нельзя обманывать, то есть, людей. Предыдущим составом. Да, надо выполнить свои обязательства. А все пожелания вложить в
проект 2019 года, 2020 года. То есть распределить силы, средства и возможности. И надо не перекраивать постоянно цифры из одного, но сказать, все равно, если есть рубль, ты из него два не сделаешь. И я все-таки думаю, что помимо неких политических моментов, которые все-таки присутствуют, к сожалению, при принятии решений, при согласовании, при обсуждении на комиссии, есть еще здравый смысл, который должен преобладать. Бюджет формирован не по моей прихоти, а так, как он должен быть сформирован и согласно программам. Поправки, соответственно, тоже сформированы, я уже перечислил, да, по принципу того, что все это уже когда-то обсуждалось, обещалось людям, жители ждут, и давайте мы выполним обещания, даже если не мною даны и не нами, а даны, в общем-то, предыдущим составом, и будем формировать следующую программу. И это в наших силах. Я так все-таки понимаю, то, что от депутатов во многом также зависит развитие центра города. Я уже перехожу к следующему году. В следующем году у нас район юбиляр. Вы знаете, Дмитрий, вот смотрите, есть сегодня такой порядок, и нас он всех очень привлекает, есть такое положение, есть такое решение. Это идет от правительства федерального, от правительства областного, что если какой-либо территории в муниципальном образовании предстоит юбилейные торжества, события, то на эти территории выделять средства. Послушав обращение президента России, которое было сделано в этом году, вы знаете, да, 1 марта, мы, вот лично я и мои коллеги, многие вообще восприняли с энтузиазмом, с таким воодушевлением, что во главу поставлено создание комфортной среды городской. Акцент на дороги, на увеличение средств на ремонты. Ну вот не на оборону, хотя там оборону присутствовало, но очень много было связано с жилищно-коммунальным хозяйством, дорожным, с благоустройством, с здравоохранением. Но не буду перечислять все, что сказал президент. На жизнь да. людей. И вот по этой программе Ленинский район, которому в следующем году, в 2019, исполняется 90 лет. Я помню торжества, которые мы проводили, когда 80 лет было, да, вот 9 лет назад это было. Сколько мы сделано было хорошего и полезного, но тогда не было такой серьезной поддержки. Что такое 200 миллионов рублей? Это и много, и мало. Это все равно, что когда в семье родители получают премию, сразу начинают все, дочка хочет одно, сын другое, жена шубу, я не знаю, кто что хочет. А сумма известна родителям, во всяком случае, она известна. Вот у нас сегодня так же, у нас 200 миллионов, а хотим мы много. И вот чтобы это все было гласно, понятно и ясно, глава района обратился в совет депутатов Ленинского района депутатам, в том числе там присутствуют и депутаты от городского поселения, наши депутаты, в том числе и я, три человека. Я проинформировал и депутатов городского поселения. Информация была много раз озвучена на различных встречах, что любой житель, депутаты могут дать свои предложения по использованию этих средств для благоустройства каких-либо территорий. Любой депутат, любой житель может дать любую территорию. Я вместе с коллегами, и в том числе с администрацией района, с руководством, считаем, что нужно акцентировать внимание на центр исторически как-то уже сложился, что центр – это кинотеатр, Аллея Славы, пруд, вот вся эта территория. Тем более, извините, перебью, как вы сказали, вы вспоминаете 80-летие района, а я вспоминаю 40-летие города Видное, когда как там мы сделали... там все праздновали, да. И праздновали. Праздник на пруду, так сказать. И праздник на пруду, и как сделали, благоустроили это место. И теперь, соответственно, уже по случаю 90-летия планируется именно это место снова... Нет, это мы предлагаем, но жители могут
Я не знаю, какое будет преобладать мнение, но если жители другого микрорайона напишут, а вот мы считаем, что надо деньги вложить, условно говоря, привокзальную территорию или в Завидное, тут еще будем выбирать. Но я надеюсь, что жители меня услышат, нас услышат, правильно поймут, поддержат. Лично я внес такие предложения, как ремонт и реконструкция кинотеатра. Что это из себя представляет? Ну, с этой идеей я ношусь, наверное, даже не помню, с 2000 года, даже раньше, честно говорю. И Василий Юрьевич Голубев, и Сергей Сергеевич Евтюхов всех уговаривал, давайте мы сделаем ремонт. После того, как мы осилили школу искусств, я думаю, что ничего невозможного нет. И надо не ремонтировать, а реконструировать. Тем более, в 84-85 году, когда мы строили и открывали кинотеатр, мы знаем прекрасно, насколько хватит мощности фундамента. И я думаю, что пристроить в сторону пруда закулисье, там же экран, там негде даже переодеваться, если мы хотим спектакли показывать и так далее. То есть превратить из кинотеатра что-то как Дом культуры, ну, так сказать, вот это мы можем. А это реконструкция, это не ремонт. Дальше я считаю, что реконструкция, ну не реконструкция, ремонт капитальной территории вокруг пруда, благоустройство пруда, потом реконструкция, вернее капитальный ремонт объектов Аллеи Славы, это вот эта, так сказать, беседка, как мы сквер вот да. вокруг, да. Нет, ну там много мест, где скульптуры эти стоят. Ну, много что там можно сделать, дорожки, тропинки и так далее. Плюс к тому, что была идея, она давно ходит у нас, это видоизменение, реконструкция площади у кинотеатра, где сегодня очень часто на газоне проходят мероприятия, елка и прочее, масленица и так далее. И я не один, многие так считают, что надо просить средства на эти цели. В этой связи мы в бюджет внесли такую позицию, поправку, как выделение 2 миллионов на разработку всей этой идеи, концепции, составление всего необходимой документации, чтобы выйти на проектирование. Вот идея, концепция, изучение всех необходимых элементов. Ну и, соответственно, изготовление документации, которая может пойти в правительство, на основании чего выделить 200 миллионов. 200 миллионов просто по письму не выделят. Их надо очень серьезно обосновать и подготовить. Это большой труд. Труд может быть даже исследовательских институтов, проектных институтов. И в этой связи мы сегодня полного понимания в Совете депутатов нет. Они тоже изучают, тоже хотят какие-то свои внести коррективы, но я считаю, что если даже кажется сумма большая, но сегодня ни одна сумма не тратится просто так, проходит конкурсная процедура. Абсолютно уверен, что наверняка мы получим экономию, которую можно пустить на полезное, и получим концепцию, с которой можно выходить и просить деньги. Это очень серьезный вопрос. И он может быть не одного года, но получив средства, получив проект, возможность, мы можем понимать поэтапно, год-два, и можно это все осилить. До какого момента Совет депутатов должен принять решение на то, чтобы ну, все вообще, это реализовать? Мы очень надеялся, я во всяком случае, что до середины апреля мы это примем. Сегодня по разным причинам Совет назначен на 26 число. Я не хочу комментировать, потому что еще раз я надеюсь, что мы найдем и общий язык, и разум возобладает, и депутатам интересно город преображать, и они хотят сделать полезное. Я думаю, найдем общий язык. Но вот другой вопрос, если мы его не найдем, и как мы будем смотреть в глаза жителям, я не могу сейчас сказать. Просто, к сожалению, да, вы надеетесь на это уже не первый месяц. Да, я всегда надеюсь на лучшее, конечно. Да. И еще, естественно, тема, которую мы не можем обойти стороной, это ситуация со свалкой Экотранса, которая уже там близка к тому, чтобы ее вывести окончательно, и как дела обстоят сейчас? Ну, что могу сказать? Да, вот такое наследство. Но слава богу, что
администрация района, совет депутатов района поддержал, выделили районные деньги, городские деньги в этом не участвуют. Разбирательство и претензии, возмещение, все это предстоит попозже. Сегодня наша задача вывести ее. Мы провели все необходимые процедуры, заключен был контракт, много раз я об этом говорил. На сегодня почти 45 тысяч кубов из предполагаемых 50, хотя я думаю, там все равно чуть больше, потому что сложно было сразу подсчитать, вывезены. За апрель месяц вывезено, вообще даже цифру не буду называть, потому что очень мало. Вот. Причину мы знаем. Звучала цифра, что 10% осталось там всего. Да, там осталось, я говорю, ну, там если по предварительным, да. У вас в соцсетях все это есть. Вы я все время выкладываю, бываете, и да. Я хочу сказать, что ну, очень печально, очень обидно, очень грустно, когда кто-то ради того, чтобы раскачать себя, пропиарить себя, свой контакт или еще что-то, начинает выдумывать невероятные истории, что происходит на свалках. Я выезжал с жителями, я выезжал с депутатами, мы выезжали неоднократно и с вами, с телевидением. Почти вот на этой неделе 3 раза я уже там был, каждый день. Осталось мало. Полигоны закрыты. Проблемы есть с вывозом и принятием. Вот реально сегодня мусор вывозится с большим трудом, потому что если 3 дня назад машины, которые вывозят мусор, стояли в очереди 8 часов. Вы представьте, да, вот они проехали, 2 часа из города видно, 8 часов простояли, а это человек, ему надо отдохнуть, пообедать, ну, и так далее. Дождался очереди, выгрузил, и когда ему уехать назад, значит, надо другую машину, другого водителя, либо на одну машину 2 водителя. Вы представляете, да, вывоз мусора становится просто золотым. Конечно, это сегодня, очередные деньги. Да, да. А жителям никто это не увеличивает. Это первая причина. Mm-hmm. Вторая причина – закрытие полигонов повлекли за собой невероятное количество всплесков общественной активности и так далее. И парадокс в том, что, закрыв Волоколамске, город остался в грязи, потому что теперь они думают, а куда возить мусор? Мусор из Видного в Волоколамск не возили. Но зато теперь Руза, Волоколамск, Истра в больших проблемах там. Эти города. И мы знаем, мы обменимся мнением, мы видим, что происходит в этих городах. Но в нашем южном направлении тоже все не слава богу. Да, но тем не менее, последние 2-3 дня у нас жесткий контроль за вывозящей компанией. Буквально за последние 2 дня все вот эти места, где недели, полторы мы ждали вывоза, ну, жесткие условия поставлены компании Черняховского, Победы, улицы даже не буду перечислять, их 17, которые за сутки половину уже вывезли. Многоквартирные дома, советский проезд, строительная улица на жестком контроле. И вот в этой связи, конечно, проблема вот этой свалки, это все вместе. И мы, конечно, сегодня сделали следующее. Вот абсолютно уверяю всех, кто готов со мной пойти, я всегда готов с любыми жителями выезжаю, показываю. Никакого запаха нет, никакого возгорания нет. Мы эту оставшую горочку разбросали, чтобы ее немного подсушить и не дать возможности различным событиям. Насчет возгорания, кстати, развейте слухи, потому что... Возгорания свалки не было за неделю точно, вот я вас уверяю. Последний раз это было в четверг, причем у нас есть абсолютная сегодня картина, что это было принудительное, и в течение 1.5 часа, даже часа, все это было ликвидировано и потушено нашей пожарной частью. После этого контроль ужесточился и в субботу, и в воскресенье, понедельник, ну каждый день. Угу. И там я сегодня вам могу сказать, вчера я когда пришел, раньше если пахло на пост, ну когда от ворот заезжаешь, и уже тут начинается запах. Сегодня я дошел до самой свалки, уже нету этого запаха. То есть, наверное, мы правильно сделали, что просушили. И это уже легче принимать на полигонах. Вопрос прорабатывается. Мы надеемся, что в сжатые сроки мы все-таки остатки вывезем. К сожалению, к великому, мне остается только извиниться перед жителями, что
из-за ряда событий, совершенно от нас не зависящих, как закрытие полигона, раскачивание ситуации. Кто-то вот, я не знаю, не хочется думать, но мы же видим даже на внешнеполитической арене, что происходит, как силы добра и зла, да? У нас примерно внутриполитически тоже такая ситуация. Мы надеемся, что вскоре все-таки все будет завершено. Большое спасибо вам за то, что ответили сегодня на вопросы. Те вопросы, которые поступили к нам, я вам передам, потому что мы не на все успели ответить. Ждем вас снова в гости. И большое спасибо. Всегда готов к сообщению с жителями, с зрителями. Я думаю, что в основном своем количестве, так сказать, жителей, они готовы к конструктивному разговору, очень с пониманием, позитивно. Я же встречаюсь. Поверьте, на 100 человек только один находится, который Моисей Исаакович, вынужден вас прервать. Да. Извините, у нас время закончилось. Да. Большое спасибо, что все это время были с нами. И до свидания. Увидимся. До свидания.